друзья! Поздравляю вас с окончанием нашего осеннего турнира. Первая лига, в кавычках, высшая, очень порадовала накалом страстей, драматизмом сегодняшнего дня. Пять команд, наверное, у нас давно не было такого турнира, когда до последних матчей пять команд претендовало на медали. Причем я когда попытался просчитать, то вариантов было множество. И просто хотелось увидеть сегодняшний день, поприсутствовать здесь. И я был, честно вам скажу, не разочарован тем, что я сегодня увидел. Качество игры, содержание, настрой до последних минут, развязка. В общем, все как в лучших традициях Пульса. Рад, что такое количество команд претендует на медали, что очень мало стало проходных матчей практически. И борьба до последних минут. Поэтому я вас всех поздравляю с окончанием такого напряженного и очень интересного турнира. И мы начнем, как всегда, награждение с индивидуальных наград. И в этом году лучшим бомбардиром у нас стал игрок команды «Фортекс» Яковенко. Ваши аплодисменты. Лучший вратарь, человек, который внес, я думаю, очень такой весомый вклад в достижение чемпионских медалей, это Казаков Александр. И последняя наша индивидуальная награда, которую мы присуждали в этом году, это лучший игрок, и было принято решение наградить Гуренко Андрея, команда «Собачонка». Хорошо, пару слов о бронзовом призере, команда, которая, на мой взгляд, с каждым годом все прогрессирует и прогрессирует. И вот они уже добрались до бронзовых медалей нашего самого престижного турнира. Команда «Фортуна», молодцы, поздравляю! Которой, ну, совсем чуть-чуть не хватило, минут там, я не знаю, сколько, 5-7, наверное, чтобы остаться на первом месте. Но я считаю, что серебряные призеры все равно после осени это шаг вперед. И команда не осталась там где-то на четвертом месте, шагнули на второе. Команда «Сухачевка», ваши поздравления. Ну и команда, которая, ну, я не знаю, кто на пульсе дольше шел к победе в самом престижном турнире, то третье, то вторые, то собрались со второй лиги, потом первой. И потом долго-долго не могли, где-то все чуть-чуть, немножко не хватало. Но этот сезон просто мы видим этот сбор, этот настрой, борьба в каждом матче. Там буквально оступились одну неделю, а так все результаты просто радовали. Команда «Петровец».